Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. Прошу прощения за то, что долго не было новых выпусков. Новый год, поздравления родных и близких, дела и так далее. Плюс я решил более добросовестно работать над видеороликами для своего канала, чтобы вам их было интереснее смотреть. Итак, вы смотрите выпуск, посвященный новому 2016 году. И я решил его сделать несколько необычно. Я хочу поделиться с вами историей своего канала, чтобы вы знали, как все начиналось, с чем я столкнулся и что в итоге получилось. Устраивайтесь поудобнее и слушайте мой рассказ. Повествование я буду вести, проходя эту замечательную игру, а потом еще и другую. Для начала небольшое отступление в прошлое. Я поклонник видеоигр с большим стажем. Если быть точнее, то впервые геймпад попал в мои руки в 1993 году, то есть когда мне было 7 лет. Это был геймпад от 8-битной приставки Dendy. По прошествии многих лет видеоигры стали моим хобби, и я ими увлекаюсь по сей день. Теперь перейдем к каналу. Все началось в декабре 2012 года, когда я решил попробовать записать процесс прохождения игры и выложить его в интернет, а именно на видеохостинг YouTube. Создал канал, главной концепцией которого изначально планировал сделать прохождение олдскульных классических игр без потерь жизни, ибо я олдскульщик со стажем. Для прохождения первой игры выбрал Battletoads and Double Dragon для консоли Super Nintendo Entertainment System, или сокращенно SNES или Super Nintendo, как я обычно ее называю. Почему выбор пал именно на данную игру? Дело в том, что я очень уважаю серию игр «Боевые жабы», а тут я ее увидел на эмуляторе Super Nintendo. И надо сказать, это вообще была первая игра на Super Nintendo, которую я поиграл. Игра меня покорила своей графикой и музыкой. Тогда я еще только-только становился поклонником Nintendo. И я решил, что буду проходить ее. Записал и выложил тогда 3 или 4 ролика в формате простого видеопрохождения, без комментариев. Затем встрял на уровне в космосе и временно забросил канал, потому что никак не получалось записать следующую серию. Имеется в виду без потерь жизни. Через некоторое время прошел игру до конца. Игра мне очень понравилась, единственное, что омрачало, это сложность. Если на NES, я играл тогда в ее неофициальный аппаратный клон Dendy, и на Sega Mega Drive я проходил игру без проблем, то на Super Nintendo пришлось изрядно попотеть. Она оказалась гораздо сложнее. Да, несмотря на красивую графику и приятную музыку. Далее я выбрал для прохождения еще одну из моих любимых игр, но уже на Sega Mega Drive, а именно Streets of Rage часть 1. Как и выше упомянутых боевых жаб на Super Nintendo, Streets of Rage мне удалось пройти без потерь, иными словами показать самый что ни на есть мастер-класс. Далее по плану у меня была игра Streets of Rage 2, все на той же Sega Mega Drive, но она оказалась гораздо сложнее для прохождения без потерь, и я так и не прошел ее. Можете посмотреть соответствующий плейлист и увидеть, что там всего 7 выпусков. В общем, со временем список плейлистов расширялся, стали появляться комментарии, подписчики, и я решил, что больше никогда не буду забрасывать свой канал. Раз люди подписываются, смотрят и комментируют, значит не просто так. Меня, а главное мой многолетний опыт заметили, и это кому-то нужно и интересно. Вообще приятно делиться своим опытом с другими людьми. Я по сей день стараюсь придерживаться классики и олдскула. После нескольких прохождений я вспомнил, что на моем ноутбуке... Точнее не вспомнил, а обнаружил, что на моем ноутбуке есть встроенный микрофон. Другого тогда еще у меня не было. И я решил попробовать сделать свой первый летсплей, то есть прохождение с голосовыми комментариями. До этого я писал только текстовые комментарии, и то очень редко. Дабы, скажем так, хотя бы немного идти в ногу со временем, а также привлечь к своему каналу более молодую аудиторию, я начал проходить игру Mafia 2. Как раз таки
Мафия 2 то и стала первой игрой на моем канале, где появились звуковые комментарии. В 7-й серии, если мне не изменяет память. Выпуск, конечно, получился далеким до идеала. Все-таки первый опыт, но в целом я был доволен, что попробовал себя в чем-то совершенно для меня новом. Так канал набирал подписчиков, просмотры, у меня было много плейлистов, но было в моей, то есть в истории моего канала и плохое, к сожалению. Изначально я не ставил себе цель оформить партнерку, зарабатывать на своем канале, ведь подписчиков было немного, подобные моим ролики тоже были не редкость. Но все же после того, как набралось 250 или около того подписчиков, я решил, что надо попытать удачу и подать заявку. Зря, что ли, в конце концов стараюсь. Все бы хорошо, но я только тогда понял, какую я допустил ошибку. Я делал записи игр так, как они есть. А политика YouTube не терпит нарушения авторских прав, которые особенно жестко распространяются на музыкальный контент. И если с ретро-играми в этом плане проще, то с играми первой и второй половины 2000-х годов дела обстоят иначе. В них используются, не во всех, конечно, но в большинстве случаев композиции популярных и не очень исполнителей, за которые YouTube сразу хватается и не дает нормально монетизировать ролики. У меня таких плейлистов было навалом. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, Mafia The City of Lost Heaven, в том числе и Большая прогулка, Mafia 2, серия российских игр Полный привод. В общем, дабы мне была оформлена партнерка, мне пришлось удалить их. Да-да, многодневные результаты работы, на которые затратил много времени. Мне было очень горько на самом деле, но я понимал, это необходимость. Зато, в принципе, теперь мой канал самый что ни на есть олдскульный. Надо было всего-то навсего выключить музыкальное сопровождение, оставив только звуки. Не догадался по неопытности и поплатился. Впрочем, не будем о грустном. Новый год наступил и Рождество на носу. Когда-нибудь, может, я восстановлю вышеупомянутые плейлисты, но уже буду умнее при их создании. Перейдем к следующей части истории моего канала. Я занялся коллекционированием олдскульных классических видеоигровых консолей. Началось с того, что у меня изначально были Dendy Super из 90-х годов с картриджами. Ну, у кого, в принципе, Dendy не было в нашей стране. Sega Mega Drive 2. К сожалению, не дожила до наших дней, поэтому я пользовался и пользуюсь китайским клоном Sega Super Drive 2, который просто дизайном максимально похож на оригинал. Также у меня есть Sony PlayStation 1 Slim, то есть маленькая версия первой Sony, в которую я играю редко. В начале 2013 года я познакомился с каналом Павла Гринева, интернет-ник которого Киноман. Именно благодаря ему я узнал, что на самом деле оригинальная 8-битная консоль была вовсе не Dendy, а Famicom, Family Computer, в Японии и Nintendo Entertainment System в США и Европе. И именно благодаря Паше я узнал, что есть популярный среди игроков всего мира американский коллекционер и обзорщик Джеймс Рольф, который тоже, как и Паша, делает качественные рецензии и образы на олдскульные консоли, игры и комплектующие. Я пересмотрел все имеющиеся на тот день выпуски Рольфа и понял, что я люблю Nintendo не меньше его. Да, 2013 год – год, когда на одного поклонника Nintendo стало больше. Я стал поклонником Nintendo и загорелся желанием стать обладателем Nintendo Entertainment System, или как я ее называл, просто Nintendo. 8-битной консоли от компании Nintendo, которая спасла видеоигровую индустрию от краха. Она стала моей самой любимой желанной консолью. Через некоторое время я ее все же приобрел с двумя картриджами. Обзор на нее я сделал в рубрике «Обзоры от Alex Monk». Позже я приобрел еще несколько картриджей к ней. А далее, как поклонник Nintendo, решил идти дальше.
постепенно приобрести другие консоли данной компании. Сейчас у меня есть NES с 6 картриджами, Famicom с 4 картриджами, Super Nintendo с 7 картриджами, и совсем недавно я стал обладателем Nintendo 64 с 2 картриджами. После данного выпуска я обязательно сделаю на нее обзор. Вот только сперва дождусь понижающий трансформатор, так как она японского региона и не подойдет под наши розетки. Вот мы подошли к концу. Я стал поклонником Nintendo и настоящим коллекционером продукции видеоигровой индустрии. Мой канал потихоньку набирает популярность. В заключение, я хочу поздравить вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала, с наступившим 2016 годом, сказать вам большое спасибо за то, что вы есть. Я вам очень благодарен за то, что вы проявляете внимание к моему каналу, смотрите, комментируете, оцениваете. Поверьте, мне это очень важно. Счастья вам, здоровья, удачи и исполнения любых ваших желаний. А с вами был Алекс Монг. Всем пока и удачи. С Новым годом и наступающим Рождеством!